Groovy. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова с вами играем в Mother. Игра, в которой... которой вообще нет места хорошей семейной жизни. Здесь какая-то депрессуха, разруха и... и я во главе всего этого. Итак, а что мы делаем? Что мы делаем? Кажется, мы должны встать. Ой, в прошлой серии мы впервые столкнулись прям со скримерами. Ночь шестая. Я не знаю, сколько здесь в итоге ночей будет. Нам никто ничего не прислал. Ни одной смс-ки новой. Карл не прислал ничего ободряющего, как он любит обычно. Так, ну что ты не спишь? Ну что такое? Что происходит? Ты о чем? Что-то происходит? А что? Доченька моя, что происходит? Я вижу, что у тебя вся краска слезает со стен. Слушай, а может быть потом окажется, что это просто тупо дом заброшенный. Я тут одна нахожусь. Я не знаю, что и думать. Где твой брат? Что ты сделала с ним? Что? Это Тим! Кто вообще делает такую дверь на улицу? Непонятно, что это за нафиг вообще такой? Тим, ты там? Что происходит? Я не могу открыть это! Тимми! Сейчас я пролезу через... вентиляция, точно, вентиляция! О! Ты достала меня, девочка моя! Итак, Кайл в порядке, помоги ему. Да я не пытаюсь, что ли? Ты хочешь, какая я плохая мать? А, что? Стой, сюда, все в порядке. О, нет, свет. А, я же ничего не вижу. Сейчас. Сообщение. Итак, менеджер... Блин. Так, сейчас, Тимми, погоди, я почитаю. Ух, нифига тут сообщение. Тимми, подожди чуть подольше. Он еще пишет, так что Тимми, давай, крепись там. Дорогие резиденты, в связи с повреждениями основного генератора, вода, короче, дождь, походу, да, затопил. Подача электричества в этом здании временно остановлена. Понижена. Мы рекомендуем вам быть осторожным и ограничивать потребление электричества. Так, если ваше электричество выйдет из строя, ваш щиток, расположенный в вашем апартаменте, позволит вам перезагрузить в квартире вашей, позволит вам перезагрузить систему и подать заново ток, короче. Мы очень работаем, чтобы починить эту ситуацию, короче, исправить эту ситуацию. Наши извинения за доставленные неудобства. Все, не боимся, все окей, давайте, фикс. Так, все системы подключены. Very good. Very good. Нет? Не так? А что еще надо? Так. А, во. А. Что это? Это комната Тимми. А. Ой, блин. Эй, стой. Нет, стой, это мой сын. Что я сделал? Я сфоткал это. Да я же нажал. Его декрист здоровье. Кто? Кайла! Моя любимая доченька. Доченька! Ты где твой брат? Я его не видел сегодня с самого утра. Где он? Ты не видела? Мне страшно. Спать иди. У меня на все одно решение. Спать. Че по радио говорят? Ничего. Видите? Погодите, нам нужно ведь... Да, ограничивать подачу электричества. Только непонятно. Непонятно, что является... Что перегружает сильно, а что не перегружает.
Тихо, не плачь, дочур. Все нормально. Не сп... О, смотрите. А, ты здесь все это время валялся. Кирилл заметил тебя. Монстр ушел? Да, я его сфоткала. Но тут только контакт, у меня телефон малофункциональный. Иди спать. Иди спать. Да, возле той двери. А, мы с тобой пойдем вместе. Пошли. Иди, 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 иди. Я не знаю, куда он тебя хотел отнести и что он хотел с тобой сделать. Я подозреваю самое ужасное. Что? Что? А. Мать! Мать мою! Он стоит здесь! Цветок? Что за... А закрыть дверь... Сообщение. Служба похоронная. Итак. Чтобы отпраздновать ваши первые похороны с гармония и... Start of your... И начало вашего, не знаю, membership, вашего членства, нашего клуба, вам полагается подарок. Цветок скоро приедет к вашей двери. Уже приехал. Че? Куда я в пихдюре должна? Так. Water, поставить и потом полить. Поставить и полить. Вроде все просто. На, вместо мужа поставим. Вот сюда, нет? Нет. Кайла, не хочешь цветочек в свою комнату? Мне он нахрен не сдался, честно. Блин, опять свет выключили. Даже поставить. Как-то у меня нету места особо в доме под сраные цветы. А это, кстати, бутылка воды. Ее надо будет заюзать. Нет. Стоп, а может быть вот сюда, в кабинет? А, поставить на балконе? А, это наш балкон. Это такой балкон, оказывается. А я думал, это лестничная, это пожарная лестница, если честно. Чуть даже не подумал, что это балкон. Сратый балкон. А, теперь надо полить. Мне нравится, как они заставляют делать тебе всякие рутинные, дурацкие вещи, но при этом ты совсем об этом не думаешь. Ты думаешь о чем-то, что скрывается за всем этим. Ты боишься сюрпризов внезапных. Так, что, наливаем? Пей растение. Таблеточки хочешь? Мать. А! Нет! А! В комнату к моей дочке! А, нет, он же хавает! Хавает мою дочь! Хавает ее! Скорей! Не трогай! Погоди, где моя дочь? Он, ты че? Не хавай! Пожрал ее! Ты что тут делала, дочь? Я сказала, спать иди. Монстр ушел? Ушел, будь уверена. Иди спать. Он больше не будет жрать твои почки. Не переживай. Нельзя, чтобы он жрал почки. Только не почки. Все, здоровье улучшается. Потому что эти почки мне еще понадобятся. Окей, задание. Кажется, все. О, спать. Кстати, там решеточка. Ну-ка, погодите. Решеточки, видите? Туда Кайла может вылезти. Случайно. Или какая-нибудь еще другая тварь. Пострашнее. Что? Кто-то звук стал? Звук? Смотрите, мы можем встать. Мы можем встать до засыпания. Страшно. К
Кто здесь светостав включен? Нафига? Спать. Надеюсь, все в порядке у всех? Окей, живы. Все живы. Ладно, давайте просто играть по правилам. Просто спим. Я же правильно понимаю, что скоро начнется такое, что нам придется вставать? Потому что монстр будет приходить. Я что-то слышал! Так, ладно. Фу, у меня за окном сейчас такой дождь еще идет прям мощный. Итак, смотрим. 83-86. А, детишки уравнялись. Так. Так. Это, понимаю, мы можем даже не защищать их вообще. Мы можем даже их не вести в постель в конце дня. Все, просыпаемся. О! Темно! Я просыпаюсь, видите, глаза открыты. Встаю, я встаю. Я, что-то мелькает, я вижу ручку дверную. О, мама мия. Задание. Короче, полить растения Мартина. Что? Печенька! Что это за звук? На, жри. А, погодите. Эми, соседка. Так. Откуда начинать делать последнее сообщение? А, вот, может быть, позвать полицию? Он все еще там, каждую ночь. Что происходит, блин? Я напугана. Я позвонила в полицию, но они сказали мне, что никого не нашли. Не нашли следов чьих-либо. Я уверена, что он стоял за моей дверью прошлой ночью. В тишине, просто слушая. Он попытался ворваться. А, он пытается ворваться, что мне делать? Я вижу все меньше и меньше соседей в округе. Он убивает всех. Мне нужно отсюда выбираться. Что? Что? О, блин. Так. Арянчик. Тут надо вот так быстренько. Хоп. Все, система в норме. Надо следить за тем, сколько я света включаю. Так, все, все в порядке. Стены, по-моему, вообще искажаются. Все искажается. Ничего не видно. Кайл. It's okay. Короче, нужно просто полить растения. Идем на кухню, значит. А, давайте выключим. Выключим. Кто налил эту воду мне? Вот это мне интересно. Как бы нам понять еще, как работает электричество, то есть насколько загружено. Давайте на всякий случай выключать свет там, где не нужно. Окей, льем. Опа! О, блин! Ты кто такой? Что это за улыбка омерзительная? А-а-а, неприятно. Это он? Этот монстр? Кэрен снова пишет. Так. Где там? Так, я надеюсь, что нехорошо. Там еще тебе нужно привести дом в порядок, чтобы улучшить свое настроение. Что? Кто-то пытается вломиться в твой дом? Мэри, ты должна что-то с этим сделать.
Все, он перестал смеяться. Что он так угарнул? Так. Install the front door. А, установить сигнализацию. Окей. Так, мне нужно... Need to bring the first... А, мне нужно, короче, саму сигнализацию принести. А где она? Когда я успел ее купить? Сигнализация, точно. Вот она была здесь все это время. Класс. Мне нужна отверточка. А где? Не, я помню где. А урод все еще там? Мразотный урод. А, нет, конечно же его нету. Фу. Ой, это жуть. Это, блин, жуть. Короче, отвертка по-любому где-то здесь. Окей. Скрюдрайвер. Такой смех у него был омерзительный. А, я боюсь, сейчас увидите его где-нибудь. Прямо где-нибудь тут. Давай, откручиваем. Ой, как это сложно. Так медленно еще, причем. Я правильно делаю? В ту сторону кручу. Или в другую сторону. Нет, я вот так откручивать надо, да, все правильно. Нельзя это как-то побыстрее делать. А, погодите, надо же закрутить. А я пытался открутить. Мало таблеток выпил сегодня. Хорош. Что такое? Что это? Ты кто? Ты кто? Кто такой? Че лицо же желтое у него? Это сосед, о котором я говорила? Тот, кто ходит и пытается всех убить? И вломиться в дверь? Быстрее! Короче, просто убил рандомного чувака. Зачем? А как это жутко все. Все? Закрутил как следует? Есть! Блин, да что ж ты будешь делать? Да я тебя... Что случилось? Что это был за шум? Это я орал. Это я орал, дочурка моя. Пойдем. Спать. Спать. Спи. Иди спи. О, мамка в шоке. Мамка в ахере просто. О. Все, можно спать. Уи. Почему тут включился свет? Что это? Что за звуки? Что-то скребется. Так кто это делает? Блин, давайте встанем. Слышите? Привет, Мэри. Тебе там безопасно?
Так, не позволяем. Не позволяем злу проникнуть в наш разум, в нашу голову. Страх только тогда силен, когда мы верим в него. Но мы не верим, но нам не страшно. Мы засыпаем. Мы тупо засыпаем. Все. Я думаю, на этом мы закончим. А то я что-то слишком верю в страх. No! Нет, все. На сегодня хватит. Продолжим в следующий раз обязательно. Мне очень нравится эта игра. Я надеюсь, что вам тоже. Если так, то 10 тысяч лайков, пожалуйста. 5 миллиардов лайков. 10 миллиардов секстиллионов лайков. Прошу. Я не знаю, что уже сказать. Я прям, у меня все мысли вот в этом сейчас. Вот эта смс-ка последняя меня добила, если честно. Это вот эта попытка проникнуть в разум жертвы и заставить ее паниковать, заставить ее трястись. Очень хорошо получается у этого урода. При том, что мы его полностью рассмотрели. Знаете, когда полностью монстра рассмотришь, все, вот, ну как бы ощущение этого страха пропадает. Но вот что-то не особо. Потому что он непредсказуем, я не знаю, что он может. А он, походу, может все что угодно, даже мой номер телефона знает. Короче, мурашки по коже. С вами был Юджин, не забывайте про мои все соцсети, также зайдите в раздел плейлисты, если вы хотите посмотреть что-нибудь еще от меня, если вы здесь впервые, если вы не следите за моим каналом очень давно, то вы многое пропустили, заходите туда. А еще, если у вас день рождения сегодня, то поздравляю с днем рождения. С вами был Юджин, и всем пять!